Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, Лига самураев, я забираю награды. В магазине сразу же открываем пак. Плюс забираем с тобой ежедневные задания. И начинаем потихонечку проходить. Так, серия испытаний, погнали, сразу же. Да, мы в прошлой серии с тобой прошли, поэтому сегодня у нас будет все с самого начала. Ну, для нас это не помеха. Мы уже привыкшие к этому делу проходить постоянно. Да, пускай не за одну серию, а за сколько там? За серии 10, наверное, да? Но, тем не менее, проходим. Так, лупанули. Бомбанули. Так, этого добили. Разобрались. Ну что ж, двигаемся дальше. И тут у нас Рокстеди плюс Бибоп. Давай, наверное, сделаем из базуки им подарок. Угу. Минус один. Ну, Рокстеди, да. Рокстеди, конечно, не падает. Он довольно сильный. Крепкий такой, малый. Но, тем не менее, с двух попыток мы его, конечно, смогли разобрать. И самое главное, что и эту ежедневку мы выполнили. Поэтому забираем награду. Так, дальше у нас что там идет? Сразиться в боях. Угу. В сложном режиме и в нормальном. Ну, естественно, начнем опять прокачивать нашего слэша. Нам надо будет 5 фонариков найти. Так, это получается 2, 3. Тихо-тихо-тихо, чуть было не купил. 4 и последний фонарь. 5. Так, ну что, с фонарями тоже мы разобрались. И 8 ящиков с инструментами. Так, 8 ящиков. Это у нас получается 2-й. 3-й. 4-й. 5-й. Ну все, ребят, пока хорош, а то у нас задание вроде бы выполнено. И поднять уровень персонажа. Ну что, для начала я думаю, что надо сходить на арену. О, вот это вот надо будет, ребята, обязательно пройти. Кстати, сегодня же у нас пятница, если не ошибаюсь. Или, как в простонародье говорят, пятница. Точно. Моя любимая черепашья буря, друзья мои. Я погнал. Так, итак. Кого еще возьмем? Наверное, Криса. Обычно я беру здесь Криса. Можно было бы, конечно, и Зека взять, но Крис здесь, мне кажется, он будет намного эффективнее. Так, нам надо было вообще-то майки ушатывать, по большому-то счету. Ладно, массовая пошла. Будет хиляться? Ну, конечно, конечно же, майки будет хиляться, ёк-макарёк. Ну, он думает, это ему поможет? Нет, конечно. Переходим с тобой на вторую волну, и здесь у нас черепашки-ниндзя фильм. Из базуки тогда угостим их. А это у нас черепашки-ниндзя ролевые, собственно, персоны. Давай я поставлю, наверное, здесь защиту. И сделаем массовую атаку от нашего супер-шреддера. Ты смотри! Донателло выжил. Как он умудрился, не знаю. Ну и классические черепашки, которые сейчас у нас быстренько, надеюсь, быстренько дуплятся. О, да. Наши маузеры их запинали. Ну что, 60 баксов как с куста срубили с тобой. Двигаемся дальше. Тут у нас уже будет 75 жетонов, плюс еще 15 бакинских сверху нам накинут. Ну, я считаю, что это неплохо. Ага, начинаем мы с классических черепашек, поэтому давай, наверное, сразу сделаем так. Потом. Блин, Леонардо. Ну давай Не, давай лучом вообще пробьем. Пробьем просто лучом и все. Ты посмотри, Рафик, а? Не стал падать? Здесь опять же у нас ролевые черепашки. Давай-ка попробуем пулеметную дробь. Хм, а выжили.
Они все-таки выжили. Нам надо было бомбить вообще-то Донателло. Знаешь, почему Донателло? Потому что он хиляет. И наконец-то до Рафаэля дошла очередь, и он отнял приличное количество здоровья. В кавычках. Ну вот и оригинальчики у нас здесь. Давай из базуки, наверное, бомбанем. Так, Крис Брэдфорд в плане. Я думал, что он добьет. Крис Брэдфорд не справился. Ах ты жук. Подставить меня решил. Ну и шипы. Что-то меня, ребята, кумарит. Прям не могу. Ну, завтра мне на работу с утра. А сегодня, кстати, я днем поспал маленечко, да. Я где-то в часа два лег и в пять проснулся. Специально поставил себе будильник, чтобы до вечера не проспать. Так, ребята, игра вылетела. Давай-ка посмотрим, засчитали мне. Блин, нет, нет, не засчитали. Ну что ж, придется перепроходить заново. Поехали. Зашибись, мы еще их и не добили. Мы их еще и не добили. Так, вторая волна у нас здесь. Ага, ролевые. Давай волну, наверное, смертельную запустим. Плюс пулеметная дробь. Пускай отдыхают. Так, а вот у нас и оригинал. На них, по-моему, да, вылетела у нас игра. Давай я сделаю, наверное, баф и хил. Так, а теперь еще и лучом бомбанем по ним, чтобы поменьше мараться, так сказать. Ну и вот и последнее. Это у нас черепашки видения. Маузеры вперед. Так, Донателло выжил. Мы это исправим. Ну что, довольно быстро и легко. Если бы не вылет, уже давным-давно бы прошли бы и третье, наверное, событие. Вот это вот. Так, 80-й уровень против сотых. Ну, это уже что-то. Самое главное, что, ребята, у них здесь 6 волн. Вот это, конечно, самое такое жесткое, мне кажется. А то, что мы их разберем, это даже без сомнений. Вот, в принципе, с первой волной справились. Так, вторая. Но тут посерьезнее будет. Давай я, наверное, поставлю дополнительную защиту. Плюс, наверное, поставим отхил, чтобы он у нас был. Так, влупи-ка, пожалуйста, лучом. Даже, ребята, не пробили. А если вот так? Блин. Здесь самое обидное, что постепенный урон даже не повесился. Вот о чем идет речь. И мы только на третью волну доходим. Еще три волны будет впереди. Давай-ка еще разок баф. Так, это у нас что идет? На усиление, по-моему, если не ошибаюсь, да? Критический удар. Ну что, Маузер, давайте посмотрим. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, 80-й уровень противников, поэтому они так легко и не падают. Так, оригиналы. Ну, давай так сделаем. Добьем. Так, Рафаэля, может быть, наказать. Ну, этот берет провокацию на себя. Он берет провокацию. Мы у него в ракеты. Плюс гранатомет. И остается Донателло. Все. Пятая волна. Блин, я думал, ты его добьешь. Так, вырубили. И осталось их двое.
Ну давай, на всякий случай сделаем ракеты. Так, добили. И это у нас последняя, получается, волна. Блин, ребят, вообще вырубает просто. Наверное, сегодня я не смогу доиграть. Спать хочу, что-то вообще жестко. Но это событие я все равно должен был пройти, ребят, потому что оно мне нужно. Так, прекрасно. Все прекрасно. Так, ребят, ну что, давайте я, наверное, на этом остановлюсь. Что-то меня вообще гасит. Засыпаю прямо на ходу. Обязательно увидимся уже в следующей серии и, конечно же, продолжим играть. Так что всем удачи и до скорых новых видосиков. Ну что, друзья, продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды забираем. Так, сегодня суббота. Сегодня у нас суббота, поэтому нужно, нужно как-то, я не знаю, ребята, хотя бы перейти в Лигу Сёгунов, я не знаю. Потому что суббота, воскресенье, в понедельник уже все. Будем получать награды. Чё-то я совсем расслабился, тебе так не кажется, а? А я знаю почему. Знаешь, почему я расслабился? Потому что у меня все мое время уходит на второй канал. Да-да-да, ребята. Там, где мы проходим игры на ПК, они очень много у меня отнимают времени и как бы не остается для первого канала. Но это пройдет рано или поздно. Опять мы вернемся. Сейчас, видишь, такая вот, ну, скажем так, апатия. Вот сейчас, например, да, после работы я пришел. Сильно хочу спать. Опять же, ребята, спать хочу и надо спать, но все-таки решил я доиграть все-таки черепашки. Еще планировал дракон, всадники и олуха. Ну, а сил уже навряд ли у меня хватит на ХКР-ку. ХКР-ку уже будем проходить тогда завтра. Завтра у меня будет уже выходной. И тогда мы уже там поиграем. Будем брать 6 тысяч кубков. А может быть, если я расщедрюсь, возьмем и все 10 тысяч кубков. Посмотрим там, как пойдет. Так, ну что, давай мы с этими ребятулями сейчас быстренько разберемся. Не стал я, короче, ребята, выкладывать отдельно ту серию, которую снимал вчера. И просто объединю. Будет у меня вчерашняя серия вместе с этой, сегодняшней. Так, замечательно. Ну, здесь, ребят, по-другому и нельзя было, да? Хочу дойти до сёгунов. Я же про мастера молчу. Хотя бы до сёгунов. Ой, как мы медленно продвигаемся. Я всего лишь взял, сколько там получается, 18 ступенек. Всего лишь. Да, не густо. Так, ну что, как ты видишь, у нас противники пока еще 36 уровня, а у нас полтинники. И я думаю, что мы сейчас тут их будем гнать, как сидоровых коз. До самых последних, я не знаю, там. До самых последних закоулков. Так, Крис Брэдфорд, ах ты жук, ах ты жук. Так, это своим... Ты посмотри, 36 уровень, он еще из... Эту мне заблокировал, Эйприл. Ха, а Майки не попал. А Микеланджело как раз-то и промахнулся. Так, этот контратаку делает, ну-ка давай. Ты посмотри какой. Вот почему-то, когда я играю за Сплинтера, у меня он слабый. Он же играет 36 уровня Сплинтер. И я его не смог даже... С одной плюхи там, ну с двух плюх уложить. Какой-то жучара прям на самом деле. Так, ну что, 14-17, я смотрю, здесь у нас есть. Так что давай-ка мы, наверное. Так, 38 уровни. Все равно по-прежнему еще сосунки. 38, даже кто-то уже, по-моему, там Кирби, по-моему, имеет 40 уровень, да? Так, точно. Кирби имеет 40 уровень. У меня есть тут массовые атаки. Ну, не считая, конечно, нашего Леонардо. А, вот, у Кирби есть крик. Так, и баллончик, да? Ну, вот и все. Окончен бал, погасли свечи. Мы победили и проходим дальше. Давай 50-ю, а, пожалуйста. О, 46-я позиция. Отлично, ребята.
Так, не, давай-ка мы попробуем найти 14-17. Ты посмотри, какие жуки, а. 13-16 и все. А 4... Во. Если долго мучиться, что-нибудь да получится, да? Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Блин, что-то я, ребята, прям вот сижу и силы покидают меня. Ай, ладно, все равно доиграю черепашка. Вот уже насчет дракона, всадники Улуха, не знаю, ребят. Ну там, видишь, там ивент, я бы хотел пройти и забрать награды, но, видимо, не судьба. А если я сегодня не пройду, то... то он пройдет. Он закончится, ивент. Ну, ватным снимать тоже, сам понимаешь, да? И, наверное, чувствуешь по голосу, да? Голос какой-то уставший. Какой-то уставший, севший, охрипший, непонятный. Так, ладно, здесь у нас уже 42-й, 39-й. Ладно. Я думаю, что мы еще пока 56-ми уровнями сможем здесь отбиваться от них. Да, я думаю, вполне. Ну что, давай, поехали. Бросим бомбочку для затравочки. Так. Далее. На тебе. Эйприл, давай, кунаичи. Так, замечательно. Добиваем Ваньку стиранка. И... да. Все, ребят, победили мы здесь. И, соответственно, продвигаемся дальше. Сейчас посмотрим, на какую позицию мы перейдем. Блин, мы еще даже в самурае две звезды не попали. Это только самурай, две звезды, потом еще три звезды. Потом надо будет еще отыграть, чтобы перейти в сёгуны. Да. И это я все хочу за пару дней сделать. Ну, хотя, ты знаешь, бывали моменты, когда мы и за два, и за... даже за полтора дня практически с самых низов убивались в Лигу Мастеров. Три звезды. Но здесь вот что-то как-то вряд ли получится. Во-первых, мы продвигаемся очень медленно. Во-вторых, у меня не хватит столько откатов, чтобы постепенно-постепенно брать персонажей. То есть отыграли, добор, отыграли, добор. Вот этого вот у меня не хватит. Было бы у меня этих откатов штук 200, то базара нет. А сейчас, ну, тяжеловато. Так, ну что, 92-й ранг, 14-17 по-прежнему нам дают. И я смотрю, что у меня 56-е как были, так и остались. А враг, в принципе, он тоже остался такой же. Там 41-й уровень у кого? Угу. У Бибопчика плюс... плюс Донателло. Донателло фильм. Ладно. Рубанешь? Красавчик. Так, давай задебафим их. И огненный меч. Угу, минус двоечка. Можно было бы, конечно, кофемашину зарядить, но я посчитал, что так будет быстрее. Так будет быстрее. Там на одной мультипликации слишком много времени теряешь. А так, все, в принципе, нормально. Ну что, какую позицию нам дают? 76-ю. Не самая лучшая, если честно. Ну давай попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, сюрики? Так, и... блин, я не помню, что это вот делает? Нормально так бумкнул, да? Хм. А если прокачать по максималке, он, наверное, будет шпарить, будь здоров. Ну, скоро мы это узнаем. Когда прокачаем кроликов, мы узнаем, насколько они хороши. Потому что в комментариях вы по-прежнему говорите и утверждаете, что они будут даже сильнее. Сильнее Кренга. Да что у меня в горле-то? Как комок какой-то стоит, ребят. Ни туда, ни сюда, и с голосом. Голос как будто осипший, осевший. Блин, прикинь, если я опять заболею, а? Будет жестко. Так, минус... Роквелл. Так, минус майки. Давай-ка, наверное, мы топориком.
И остается Микеланджело. Вот, за... вот он думает, что это ему поможет, что он в инвиз ушел. Нет, конечно, ребят. Я вообще не понимаю, зачем так делать. Ты остался один на поле боя. Ты даже если уйдешь в инвиз, мы все равно тебя будем видеть. Это не сработает. Но он все равно решил почему-то уйти в инвиз. Ладно, это его дело. Раз, два, три, четыре, пять. Давай. Не, ну может быть, ребята, мы все-таки перейдем в лигу сёгунов, но это не точно. Тогда как метеорит. Давно я не призывал метеорит. Думаю, здесь будет самое то. Ну и прекрасно. Так, какая? 28-я. Нет, 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 не хватит. Не хватит, ребят. У нас уже 70-ники пошли. Ё-моё. Тут осталось-то рукой подать, и все, и герой кончится. Давай хотя бы лигу самураев 3 звезды возьмем. Раз уж они вот так вот делают. Так, паутинку бросаем. С 28-й позиции, я думаю, где-то позиция 5-6 будет, да? 15-е! 15-я позиция! Ой, ребята, далеко, далеко мы так не уйдем. С какого перепуга они мне сейчас дали 15-ю позицию, а? Я проскочил фиг да нифига. Это обидно. Это очень обидно. Так, ладно, давай кричать. Добьешь? Ай, красавчик. Хан, красавчик. И где надо врага придержать, да? И где надо звездюлей надает. Так, 95-й ранг. Ну что, ребята, остаются тут у нас, как говорится, шапочные разборы. Получается, два поединка всего лишь. Ну, три. Три максимум, и все. И больше у нас там ничего не остается. Так, Усаги рубашит. Ну, слушай, нормально. Загасил абсолютно всех. Так, давай-ка смотреть. 95-я позиция была, становится 81-я. Очень мало мы проходим. Раз, два, три, четыре, пять. И получается, да, получается там последний у нас поединок. Единственное, что можно было бы сделать три поединка, но для этого пришлось бы неполный состав делать команды. А я думаю, если не полный состав команды и идти им воевать, это будет хуже. Так, 66 место. Ну что же. Ну, давай, раз, два. Три, четыре, пять. У нас остается Зэк. Ну что же я могу сказать, ребята. Остается и остается. Шипы. И им, в принципе, должна быть крышка. Все. Ну что, забираем. А что мы забираем? Мы ничего не забираем. 52-я позиция, друзья. Так, здесь забираем пак. Ага. Так, боксер Стокманов выпадает здесь. И... Так, открыли колоду. Сразиться в боях. Ну что, слыша? Так, что тебе надо здесь? Три ящика с инструментами. Ну что, поехали. Один есть. Второй. Третий. Три ящика мы получили. Так, прокачка. Дальше. Четыре джойстика, да? Не, значит, геймпада. Нет, значит, нам что нужен? Нам нужен геймпад. Так, раз.
А сколько там? 4, да, нужно? 2. Да иди ты в баню, что ты делаешь? Не так-то легко не выпадают эти геймпады. 3-й и последний, давай. Последний геймпад. Будь добра. Будь ласка, а? Нет, выпадают джойстики. Да что ты, блин, будешь делать? Ну посмотри. Все, у меня мне пицца закончилась. Здоровски. Теперь я не смогу серию испытаний пройти. Да. Что у нас там получается по 21 тысяча? По-моему, на слэше не хватит. Или хватит? Нет, не хватает. Ой, ладно, ребята. Тогда я, наверное, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!